замечательные дни, где мы получили не только методическую помощь, в ходе которой, но и культурно-образовательную программу включала в себя. Я проживаю в Нарыне, в отдаленном горном регионе, и, честно говоря, у нас носителей русского языка очень мало. Все школы у нас с русским языком обучения, то есть полная русская школа одна, школа имени Чкалова, а все остальные такие школы смешанные, но есть русские классы. У нас есть большая потребность в изучении русского языка. Дети хотят учить, студенты хотят слышать хорошую русскую речь, грамотную. Очень благодарны той возможности, которую мы получили в этот раз. По итогам, я надеюсь, мы проведем курсы повышения у себя в регионе для школьных учителей. Была возможность познакомиться с ведущими авторами, с ведущими методистами. И огромное спасибо представительству Россотрудничества в Кыргызстане за вот такую огромную хорошую деятельность, хорошую поддержку. Благодаря Россотрудничеству, а также Российскому центру науки и культуры в Бишкеке, мне посчастливилось проходить замечательные курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка и литературы как родного, а также русского как иностранного за рубежом. Наши занятия проходили в одном из лучших университетов. Программа курсов повышения квалификации была построена замечательным образом. На курсах присутствовали представители 33 стран. Огромное внимание уделялось использованию современных методик. Лекции были очень интересны, особенно хотелось бы отметить некоторые из них. Нам замечательно рассказывали о современной русской литературе, о современных писателях и поэтах. У многих слушателей курсов были пожелания о том, чтобы на данных курсах в следующий раз было побольше материала о преподавании русского как иностранного детям. Я для себя узнала много действительно интересного и того, что я буду применять в своей работе, как в школе, так и в университете. Также хотелось еще отдельно бы отметить незабываемую культурную программу. Помимо образовательной части, мы замечательно проводили время. И тут огромное спасибо, хотелось бы сказать, Россотрудничеству, всем организаторам, волонтерам, а также Комитету по внешним связям Санкт-Петербурга, Фонду «Русский мир» и всем тем, кто занимался нашим пребыванием. Отдельно бы хотелось поблагодарить представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике, а также Российский центр науки и культуры за предоставленную возможность, потому что она была правда уникальной. Эти две недели были замечательными. Нам есть что рассказать, нам есть чем поделиться с коллегами. И напоследок хотелось бы сказать, что те знания, бесценные знания, которые мы получили, находясь в Санкт-Петербурге, мы будем постараться рассказывать об этом коллегам, делиться с ними опытом уже здесь, в Бишкеке.